Третье. Это притчи 21 глава, 5 стих. Помышления прилежного стремятся к изобилию. И только здесь поставим точку. Вот такое слово древним было сказано Соломоном. Написано, помышления прилежного стремятся к изобилию. Один из переводов, который я увидел, он прям как будто выпрыгнул прямо на меня из Писания. Там были такой вариант был. Помышления – это планы. И написано было, планы прилежного приведут тебя к успеху. Вот, в принципе, что возникало в сознании человека, который читал это место Писания в 10 веке. Вот о чем как бы имел в виду Соломон. Он говорит, планы человека прилежного, они ведут его к успеху. Человек должен планировать свой успех. Ему необходимо иметь картинку будущего, видение. И если твое видение тебя не пугает, то, наверное, оно не от Бога. Видение всегда должно немножечко пугать тебя. Ой, Господи, это невозможно. Супер, значит, я помогу тебе. Вы знаете правило, если интересное? Люди говорят, ну как высказывание, мечтать не вредно. И я всегда говорю сам себе, по крайней мере, вот и мечтай, Павлик, оно же не вредно. Ну почему бы нет? Вы знаете, я помню, как сейчас, что я мечтал, просто вот о доме ходил и говорил, Господи, вот мне так хочется дом, где-то за городом, чтобы был асфальт, чтобы газ был. И главное, чтобы река была так близко к моему дому, чтобы я прям вот мог в трусах выйти. Я вообще такой человек-то в этом смысле, ну, простой, скажем. Мне вот хочется какой-то такой вот вальяжности русской. Я хочу вот выйти на улицу просто в трусах. Вот это принципиально важно, чтобы я не вышел прилично одетый, а я вышел в трусах, именно заспанный, еще чтобы я не чистил зубы. А вот такой, знаете, вот вышел на улицу, и мне никто не мешает. Я тянусь такой в трусах, и в речку. И я когда думал об этом, я думал, да это невозможно. Но я как-то вот мечтал, говорю, ну пускай невозможно, но хоть мечтать. И вот эта картинка почему-то прям застряла в моем сердце, в моем сознании, что я выхожу вот просто в труселях, и жена у меня еще спит, а я вот выхожу на улицу и прям так, ой, по-русски, и в речку, и плыву. И вы знаете, вот как-то я даже сам не понял, это вот картинка куда-то ушла через некоторое время, я стал строить дом, что-то я там делал, и вдруг я вот на днях буквально просыпаюсь, вышел, ну не в трусах, правда, еще холодно было, я, правда, в трико вышел, и у меня забора нет, поэтому соседи могут увидеть. Но я подошел к речке и такой раз на лицо водой, и я понимаю, вот это я где-то видел, еще 5 лет назад, где-то в своих мечтах, где-то оно там, эта картиночка была вот эта. Откуда это, я не знаю, как-то Бог сам все устроил, и вот это понятие неких планов божественных, они становятся реальностью, и вот это ведет нас к успеху. Но самое, я думаю, благородное, о чем мы можем мечтать, это мечтать о домашней группе. Друзья мои, это самое благородное. Когда ты понимаешь, что ты вот человек, который вылез вчера, может быть, из наркотиков, еще откуда, и ты всегда был ведомым человеком. Но увидеть себя в этом божественном порядке, что ты можешь сидеть также с Библией. Вот возбудись от картинки, которую ты видишь сейчас здесь. Вот ты, может быть, пришел 2 недели назад в церковь, и ты еще даже не понимаешь, что происходит, но тебе нравится сам образ. Вот пастор Павел сидит вот на этом кресле, сидит, на него все смотрят. Может, ты сидишь там и думаешь, ну, вот слава такая, вот что-то мигают фонари, он что-то Слово Божие читает, люди смеются, слушают. Увидь себя там, увидь себя со Словом Божьим. Поймите, что у меня нет никакого бизнеса, я ничего не произвожу в жизни, я, в принципе, ничего не делаю, все, что я делаю, я делюсь людям Словом, которым сам живу. И если ты себя увидишь сначала на кухне, как ты с таким же энтузиазмом рассказываешь своей кошке о том, что она должна быть успешной, потом ты на кухне рассказываешь своей бабушке престарелой, которая вообще не врубается, о чем речь, но ты все равно хотя бы видишь человеческое лицо. Потом ты видишь еще 2 парней, таких же наркоманов, как и ты, и они сидят, смотрят с рыбьими глазами, а ты им говоришь, все будет хорошо, парни, вы будете суперские. Потом ты видишь их, где-то на базе ты приехал, их уже 10 человек, и ты им что-то там вещаешь, и пускай это будет невменяемо, что ты вещаешь, но ты возбуждаешься от того, что ты вообще что-то вещаешь, они тебя слушают. Увидь себя в этой картине, вот в этом счастье, и потом ты осознаешь, что через некоторое время ты пастор для этих душ, ты просто пастор. Когда Денис Николаевич Зорин вот здесь проповедует на служении освобождения, и вот кто особенно связан с реабилитацией, вы приходите, смотрите на него и говорите, надо же, он с Малаховым на «ты», его приглашают на «пусть говорят», вот такой вот Денис Николаевич Зорин. Слушайте, 10 лет назад, я помню, такой был Денис Николаевич,
Это были уши вот такие, как у беса, острые, худой, с двумя синяками под глазами, который полностью обколотый от наркотиками, стоит вот так, еще ВИЧ-инфицированный, и смотрит на меня. И я такое чувство было, что он настолько необразован, что он думал, что земля плоская, когда я с ним разговаривал. Но парень вообще не врубался в исторической реальности, он даже не мог назвать, в какой стране он живет. О чем уже говорить дальше? Он даже слова «Россия», по-моему, не слышал, потому что до этого он приехал из Казахстана. И когда ты смотрел на него, ты понимал, что в принципе вот из этого ничего произойти не может. Но когда мы с ним бегали по утрам, я помню, мы вставали утром в реабилитационном центре. Кстати, реабилитационный центр тоже его прям только одно название. Это была дача Влада Михеева. Влад просто дачу свою отдал, чтобы они там железо грузили. И мы приходили там, и мы... Они утром железо грузят, а вечером мы их Словом Божьим грузим. Вот этих вот нескольких наркоманов. И вот мы с ним побежали как-то утром бегать. Представьте, я так более-менее спортивный, и вот я бегу, Денис Николаевич, ну в то время еще Дэн, просто наркоман. И он 2 недели уже как не колется, он счастлив, и он бежит рядом со мной, и он задыхается. Я понимаю, что он бегать-то не умеет. Все, что он делал, он бегал от милиции до ближайшего забора. И он бежит, я помню, что я его теряю где-то на дороге. И он такой говорит: пастор, я, знаешь, уже вижу себя, что я однажды тоже, как ты, вот так вот буду рассказывать людям, вот из этого, из Слова Божьего. И я понимаю, какое Слово Божие, ты бы дожил хоть до конца этого месяца. Вот у меня было такое ощущение. Но, ребята, теперь вот реальность. Когда человек имеет мечту, у меня реально порой слезы на глазах наворачиваются. Сегодня, когда он стоит, вы его тогда не видели его тогда. А сегодня, когда у него 2 детей, жена, когда он сидит там, его вся Россия смотрит на «Пусть говорят», и он вещает совершенно здраво. Я увидел, какая цепкость у него. Когда он там что-то цитирует из каких-то там отцов церкви, я понимаю, что он не врубается, кто эти отцы церкви, но суть не в этом. Главное вернуть хорошую фразу на аудитории. Как сказал Иоанн Златоуст и цитирует блаженного Августина. Суть вообще не в этом. Но суть в том, что еще 100 миллионов человек, которые его смотрят по телевидению, они тоже не знают ни Златоуста, ни блаженного Августина. Но они видят этот драйв с передачи «Пусть говорят». И они его уважают. Там называют его Денис Николаевич, успешный служитель, пастор, который приобрел сегодня такой авторитет, что около 2000 людей прошли через реабилитацию, которую он возглавляет. Слушайте, это мечта, которая появилась в планах. Вы со мной хоть чуть-чуть, друзья мои? Поэтому, если ты научишься мечтать, рано или поздно, они станут реальностью, эти мечты. Вы со мной? Мечтай и планируй свой успех. Мечтай и планируй свой успех, если я не обозначил. 4. Притча 13.23. Много хлеба бывает и на ниве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка. Вот так очень просто. Вдруг Соломон так забросил в те времена, и он говорит: много хлеба на ниве бедных. Вот мы смотрим на человека неуспешного, и мы говорим: вот у него трудная ситуация, у него нет денег, у него нет образования, у него нет того, у него вот чего-то всего нет. Но смотрите, что интересно. Он говорит: много хлеба бывает на ниве бедных. Что Бог, Он дает возможность, другими словами, любому человеку, и нищему, и бедному, и больному. Но если он не столкнулся с этой реальностью, он просто не видит свои шансы, которые Бог постоянно ему дает в любой ситуации. И он говорит: слушайте, ребята, даже бедному, он говорит, я даю хлеб. На его ниве точно так же поднимается хлеб. Все точно так же, там есть шанс. Просто проблема. Он гибнет от беспорядка. Никто не научил его упорядочить свою жизнь. Поэтому хочешь быть успешным, просто избегай беспорядка. Или просто упорядочи свою жизнь. Избегай беспорядка или упорядочи свою жизнь. Коко Шанель однажды сказала, будучи уже старой женщиной, ей говорят: в чем залог долгожительства? Знаете, интересно, я люблю так смотреть, что говорят великие люди или там долгожители, в чем залог успеха или долгожительства. И что интересно, что люди все говорят разное. И, видимо, они вычленяли тот или другой сегмент того, почему они прожили долго и почему они успешны. Но если собрать в целое, оно как-то вот появляется целая картина. И она сказала одну интересную фразу. Она сказала: я четко придерживаюсь распорядка дня. Вот просто четко придерживаюсь распорядка дня. Вот такая простая фраза, но меня она так впечатлила. Она говорит: вот поэтому я живу долго. Потому что я всегда встаю в 7 часов утра. Всегда. Ни рано, ни поздно. В 7 часов. Она говорит: и с утра я знаю, что я делаю зарядку. И я знаю, что в 8:30, именно в 8:30 я поеду на работу. Ни раньше, ни позже. Я приеду на работу, и я знаю точно, что там я встречусь вот с теми людьми, которые мне нужно встретиться. Потом я буду обедать в час. И не в 1:30, и не в 12:30. А в час, ну по возможности, конечно, есть реалии жизни, которые нам диктуют все-таки свои условия, но по возможности. И она говорит: и лягу я спать в 9,
И хоть атомная война, хоть камни с неба летят. В 9 я уже буду спать. Я отключаю свои там все телефоны, и я сплю. И знаешь, такая простая вещь. Но упорядоченность ведет человека незаметно, но к успеху. Вы со мной, дорогие? И вы заметите, что в жизни, как правило, неуспешные люди, даже добившиеся, может быть, денег, славы, но почему-то они плохо кончают и не удовлетворены своей жизни, когда они не упорядочены, когда они не поймут, где их встретит утро, в пивбаре или в каком-то публичном доме, либо дома на кровати. Они просто не знают, их жизнь неупорядочена, она обязательно разрушит их. И поэтому очень принципиально важно понять, что чем ты более упорядочишь свою жизнь, тем больше шансов стать успешным. В этом смысле огромную роль играет посещение тобой твою домашнюю группу, посещение тобой воскресного богослужения. Вы знаете, люди, суть даже не в том, что получаешь ты какие-то откровения на собрании или нет, а суть в том, насколько ты стабилен в этом. Ты знаешь, многие люди в нашей церкви мыслят именно так. Я приду в церковь, если там будет проповедовать крутой проповедник. Вы избалованы, господа. Вы избалованы, потому что я порой восхищаюсь людьми, которые ходят годами, можно сказать, в мертвую церковь, но они остаются верными. У меня есть хороший друг, как-то я проповедовал о нем, говорил, это лютеранский один, он ну, даже не служитель, ну, может, служитель, не знаю, в лютеранской церкви мой хороший друг, и он реальный миллионер, немец, миллионер в Саксонии. У него, кстати, самая крупная фабрика производства занавесок в Германии. Дитмар Рамих его зовут. И вот я приезжаю к нему, мы всегда с ним хорошо общаемся, реальный миллионер, представьте. Очень порядочный человек во всех отношениях. И когда он пригласил меня в свою церковь, я был в шоке. Я пришел в эту церковь, в его деревенской. Там реально, вот прям реально, там сидело три бабушки, один дедушка, который еще со Второй мировой войны с контузией, он вообще не понимает, где он, в театре или он в церкви. Пастор, тоже маловменяемый, ну вот такая вот атмосфера. И один нормальный там человек, это Дитмар Рамих со своей женой. Он миллионер. Он бы мог позволить себе намного более, может, впечатляющие проповеди. Он мог себя на самолете заказать, прилететь к самым лучшим проповедникам, Вася, я тебе говорю, во всем мире. Но по какой-то причине он ходит в свою литуранскую церковь, вот в эту, нудную, где пастор говорит вот так вот, сегодня откроем местописание. И Дитмар Рамих всегда сидит. Он всегда открывает Слово Божие. Я говорю Дитмару, Дитмар, слушай, я говорю, ты что-то здесь получаешь? Он мне всегда говорит, я получаю от Бога. Просто получаю. Это моя церковь. Я говорю, ты часто ходишь в эту церковь? Он говорит, сколько себя помню, как я принял Христа, я всегда сюда хожу. 40 лет, каждое воскресенье я хожу в эту церковь. Он говорит, потому что это моя деревня, это мой дом, это моя церковь. И человек, понимаете, я смотрю на его стабильность, жуткую стабильность. Почему? Человек потому что понимает, что мне надо упорядочить свою жизнь. А мы с вами, ребята, хорошее настроение, пойду, плохое, не пойду. Сегодня впечатлен Богом, пойду на ячейку. Не впечатлен, не пойду. Сегодня дождь идет, не пойду. Сегодня солнце, пойду. Нельзя так жить. Нужно жить, упорядочить свою жизнь. Люди гибнут от беспорядка. Аминь, драгоценный. Я почему-то в своей жизни, когда я был в поездках, приходилось так. Когда я в Турции был, и помню, в Турции меня застало воскресное собрание в Стамбуле, и мне нужно было куда-то идти. Я помню мое внутреннее ощущение, что мне нужно идти в церковь. Куда? Стамбул, я здесь никого не знаю, в основном мечети. Ну вот как-то я пошел, я нашел там какую-то армянскую церковь, я сел там с Библией, я ничего не понимаю на армянском языке, служение шло на армянском, но я знал, что мне нужно это время провести с Богом, когда читаю Писание. И знаете, что интересно, почему-то в эти минуты Бог как-то особо говорит, сильнее, чем от проповеди самых крутых, ярких проповедников. Он как-то спокойно, через какое-то место Писания, чик, и ты думаешь, Господи, какая благодать, ходи в упорядоченности своей жизни. Аминь. И последнее. Это самое, я думаю, сильное для меня, по крайней мере. Евреям, 11 глава, 4 стих. «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его, ею он и по смерти говорит еще». Но я хотел вычленить только один аспект. Люди спорят, теологи спорят, почему Бог презрел жертву Авеля, а Каина не презрел. Братья, я не теолог, чтобы так глубоко заныривать, я пастор. Но я вижу здесь принцип успеха. Написано, что он верой принес жертву лучшую. У него было желание сделать лучше, чем Каин. И вот это вот пятый принцип моей жизни успеха. Постарайся работать лучше, чем другие. Постарайся сделать просто лучше. Хотя бы начни с того, что ты будешь делать сегодня лучше, чем ты делал вчера. Вот ты сегодня делал свою работу, а сегодня просто настройся. Сегодня я сделаю лучше, чем вчера. Вот сегодня я приду на работу, и одену галстук. Вот все без галстуков, а я в галстуке сегодня приду. Вот как-то я что-то сделаю лучше.
Когда прославление поет усталое, но ты говоришь, сегодня я спою такую песню, которую я... она лучше, чем все, которые были вчера. Ты когда как проповедник, как лидер идешь в домашнюю группу, если ты идешь уставший, то ничего от нее не получится. И будешь рассматривать свою домашнюю группу так, как ты ее рассматривал 3 года назад, нерастущей, скучной, она такой будет. Но когда ты идешь и говоришь, сегодня моя проповедь будет лучше, чем она была вчера. Сегодня она будет точно лучше. И ты идешь лучше, чем ты делал вчера, то потом ты будешь уже соревноваться с другими, в хорошем смысле слова. Я хочу, чтобы моя церковь была лучше, чем другие церкви. Но это правда в моем желании есть. Я стараюсь. Но суть не в том, чтобы надмиваться над другими пасторами и говорить, что колхозники отстали. Я хочу, чтобы была моя лучшая церковь. Ну, чтобы люди приходили в мою церковь и говорили, слушай, где-то они внутри понимали, а у тебя лучше, чем там. Почему? Потому что мы для Бога трудимся. Наша жизнь для Него. Я хочу Ему принести жертву лучшую. И Авель понял это правило. Он говорит, я хочу иметь успех перед Богом. Каин принес жертву. Я хочу принести лучшую жертву. Кто-то молится. Я хочу лучше молиться. Если кто-то проповедует, я хочу лучше проповедовать. Если кто-то искренен, я хочу быть больше искренен. Помните, Иисус сказал в молитве, когда пришел ученик, это 11 глава Луки, и он говорит, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих. Смотрите, что интересно. Когда пришел ученик, он был, в принципе, человеком иудейской культуры, в которой люди всегда молились. Он был религиозным человеком. Он молился всю свою жизнь. Но вдруг он задает вопрос, научи меня молиться. Когда мы говорим «научи», когда мы видим, что кто-то делает лучше, чем другие, и, видимо, у него вот это в сердце было ученика, он говорит, «Слушай, я тоже молюсь, Иисус, но у меня ничего в жизни не происходит. Я молюсь, а депрессия еще больше приходит. Вот я что-то молюсь, ничего не происходит. Ты молишься, бесы выходят. Ты проповедуешь, что-то происходит». Тогда Иисус говорит ему, «Когда молишься, говори». И это слово «говори» в греческом языке не столько «говори», сколько «имей в виду всем сердцем, когда ты молишься». Он дает не просто шаблон, а он показывает ему, что как бы модель, что мной правит. И он говорит, Иисус говорит, вот что моя мотивация в моей жизни? Он говорит, «Отче мой». Это первый аспект. Я прихожу к папе. Я не прихожу к умершей бабушке, не прихожу там к идолу какому-то, еще к чему-то. Я прихожу к моему папе. Я концентрируюсь на том, что я прихожу к отцу, не к пастору в своей молитве. Я не вспоминаю какого-то святого в молитве. Я прихожу к отцу. Он мой папа. Отче мой, живущий на небесах. Когда я понимаю, что он на небесах, а не на земле, у него точно бескорыстные мотивы. У меня еще какие-то у человеческие есть корыстные. Там у него нет. Отче, сущий на небесах. Да светится имя Твое. Я грешник, как бы. Но Иисус, может, не про себя, конечно, говорил, но про нас. Мы говорим, я грешник, но Твое имя свято. Господи, меня еще тянет в грех, но Твое имя свято. Там супер Твоей святости. Святится имя Твое. И потом, смотрите, да придет Царствие Твое и на земле, как на небе. Смотрите, какая была мотивация Иисуса. Он говорит, вот то, что я видел на небесах, а что Он там видел? Он видел проповеди своего отца, наверняка. И они были чистые, бескорыстные проповеди. Они были такие, знаешь, которые цепляли сердце. Каждая проповедь, она так касалась, я не знаю, там, небесных существ. И после этого Иисусу, знаешь, тяжело было слушать проповеди людей, которые были только отработать свою смену очередную, которые не стремились к лучшему. Он слышал, как пели ангелы на небесах. И после этого слушать, знаешь, это завывание скучное, тоже как-то не то. И он говорит, вот я хочу, моя молитва. Он не стал, кстати, атеистом после этого. Он не сказал, все плохо у вас, я стану атеистом. Он сказал, вот моя мысль, чтобы Царствие Небесное, какое я вижу там, вот оно пришло сюда, чтобы проповеди были такие же, прославление было такое же, чтобы вы же стали лучше, чем вы были вчера. И вы делали свою работу лучше, чем люди даже этого мира. Певцы хорошие поют в миру, давайте петь лучше, почему бы нет? Есть волонтеры, мирские люди, они что-то делают, знаете, посвящают своей жизни, чтобы там кровь там сдавать, я не знаю, помочь там нищим где-то в Африке, но мы должны быть еще лучше, почему бы нет? Ну так ведь, друзья мои? Если у них есть какой-то драйв, почему бы нам не быть еще лучше? Да святится имя Твое. Аминь. Работай лучше, чем ты раньше работал, и работай лучше других. Верую Авель принес жертву лучше, чем Каин. Аминь. Вот эти 5 вещей, они как-то мной вот мотивируют для того, чтобы быть успешным человеком. Давайте поднимемся и будем молиться. Дорогой Иисус, я молюсь, Господь, славлю Тебя. Я молюсь, Господь, за народ Твой. Господь, в этот месяц мы говорим о Твоем успехе. Мы хотим быть успешными во всех путях наших. Господи, хочу быть успешным человеком, Господь, куда бы я ни пошел. Если я занимаюсь реабилитацией, хочу быть успешным. Если я занимаюсь музыкой, я хочу быть успешным.
Господь мой, если я хочу, Господь мой, быть переводчиком, то лучшим переводчиком. Отец мой, если я хочу быть служителем Твоим, то лучшим. Отче, дай мне быть лучшим, Господь мой. Я молюсь и прошу Тебя. Дай, Господь, мне мириться с реальностью. Когда реальность диктует мне новые условия, я хочу не терять Твой дух, Господь, но примириться с соперником своим, с реальностью, примириться и работать в успех, чтобы увидеть, что мне диктует современные обстоятельства. Не смириться с ними, но прислушаться к ним, примириться с ними. Господь мой, я прошу Тебя, дай мне, Господь, открытые глаза, для того, чтобы я мог планировать и увидеть, что планы прилежного ведут к успеху. Господь мой, я знаю, что планы, мои мечты, Господь мой, они сверхъестественно ведут меня к успеху. И, Господи, я знаю, что у Тебя всегда есть шанс, потому что есть много хлеба на ниве бедных. У каждого бедного человека, у каждого больного есть шансы, но просто мы их не видим от беспорядка. Господи, дай упорядочить свою жизнь, увидеть шансы, их сконцентрироваться на них, упорядочить их, Господь, и стать упорядоченным человеком. Спасибо Тебе, Царь, спасибо Тебе, Царь. Господь, помоги мне найти мое призвание вне моего дома, чтобы не трудиться лишь только на комфорт, ненавидя всю мою деятельность. Но многие люди трудятся, Господь мой, я вижу, как они многие трудятся, и работа для них проклятие, а не благословение. Их деятельность как будто бы проклятие, и все, что они видят, где удовлетворение, это в своем доме. Они мучаются и строят свой дом, не имея дохода извне, не имея успешного взгляда на жизнь вне своего дома. Господи, дай увидеть нам нашу деятельность, деятельность, в чем я могу быть успешным, вне моей квартиры, вне моего дома, вне моего комфорта, Господь мой, состояться в своем призвании за пределами своего дома. И потом, Господь мой, увидеть, что есть мой дом, и дом приложится. Отец, я благодарю Тебя. Давайте помолимся еще, друзья. Молитесь просто в духе. Господь мой, благослови меня успехом. Я хочу быть успешным. Просите, друзья, успеха себе. Господь, я прошу, дай мне успех. Дай мне успех. Господь, я хочу быть успешным. Господи, открой мои горизонты. Открой мои глаза, Господь мой. Я не хочу мириться с той ситуацией, в которой я живу сейчас. Господи, дай мне эту точку отсчета с сегодняшнего дня и дальше. Идти по Твоей стезе, Господь. Спасибо Тебе. Дай мне быть лучшим, Отец мой, в деятельности. Дай мне, Господь, быть лучшим пастырем, лучшим лидером домашней группы. Собрать мои 12, Господь мой, чтобы я мог передавать им дух Твой. Отец, я славлю Тебя, благодарю Тебя. Аллилуйя, аллилуйя, Царь мой, аллилуйя. Я молюсь, Господь, прошу Тебя, Господь мой, прошу Тебя, открой призвание людям, открой, Господь, их деятельность. Прямо сейчас я провозглашаю открытые глаза на свою деятельность вне своего дома. Открой, что человеку нравится делать за пределами своего дома. Какая деятельность, что станет в моем сердце радостью, когда я удовлетворен своей работой. Когда работа, пускай даже тяжелая, но она приносит мне удовлетворение. Господь мой, я прошу Тебя, благослови этим призванием. Отец, благослови этим призванием, Господь. Я молюсь, чтобы радость была от труда, который мы исполняем. Отче, я молюсь, прошу Тебя, благослови, Господь мой, благослови планы, Господь. Я прошу Тебя эту картинку жизни, эту мечту, Господь мой. Я прошу Тебя, потому что планы прилежного ведут к успеху. Господи, я прошу Тебя, нарисуй картину в моем сознании. Друзья мои, рисуйте картину успеха. Увидьте церковь, нашу церковь, в которой ты же себя будешь чувствовать хорошо. Когда ты приходишь в церковь, в которой есть драйв. Многие приходят в церковь, и они со скучным духом уже идут. Ты можешь привнести в церковь свой вклад, свою мечту, в церковь, чтобы она была лучше. Аллилуйя! Аллилуйя, Господь мой, благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Царь мой, за мечту, Господь мой, за мечту. Отец, помоги увидеть шансы, Господь мой, когда на ниве бедных, Отец мой, на ниве бедных есть хлеб. Господь мой, даже сейчас, может быть, у меня нет ни финансов, нет даже здоровья, но у меня есть шанс. Дай увидеть шанс. И когда я вижу этот шанс, я планирую его. Я устраняюсь от беспорядка. Господь, помоги мне спланировать мою жизнь. Господь мой, упорядочить мою жизнь. Упорядочить мой успех, Господь. Много хлеба на ниве бедных, но многие гибнут от беспорядка. Дай, Господь, упорядочиться. Слава Тебе. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе, Господь. И я молюсь, Господь. Молитесь, друзья мои, чтобы быть лучше, чем вчера. Я лучше, чем вчера. Завтра я пробегу больше дистанцию. Завтра я смогу сделать больше упражнений на турнике или в соревнованиях.
Завтра я сдам экзамены лучше, чем я сдавал вчера. Господи, дай мне эту возможность. Я хочу принести жертву лучшую, нежели Каин. Я хочу сделать, Господь, лучше, Отец мой. Аллилуйя. Я прошу Тебя, Господь, дай этот драйв быть лучше, Отец. Слава Тебе, слава Тебе, слава Царю царей и Господу господствующих. Если ты не открывал свои уста во время прославления, скажи сам себе, я буду ходить каждое из воскресенья, даже приходить в воскресенье, которое я читаю слова, слова песни, я буду их петь. Даже в моей депрессии я буду губами шептать эти слова песни, чтобы прославлять Тебя из Духа, Господь мой, чтобы моя душа благословляла Твое святое имя. Я благодарю Тебя, Царь, благодарю Тебя, Бог мой. Аллилуйя! Прославься, мой Господь, прославься, мой Бог, в моей жизни. Аллилуйя! Я славлю Тебя. Мы молимся во имя нашего драгоценного Господа и Спасителя Иисуса Христа. И весь народ да скажет «Аминь». Давайте воздадим Богу большие аплодисменты. Ему вся слава.